А, блядь! Дышишь, сука! Там пиздец. В новом сезоне «Кажется, нащупал» участники делятся на пары и одновременно засовывают руки в коробку. Цель — угадать содержимое быстрее соперника, а проигравшим достается штрафная коробка. Джентльмены вперед! Нет, и дам пропускают. Сука, ну ладно, давай. Сыкло ты поганое. Что там, А! Что? Что, оно двигается? Стоп, стоп. Оно двигается, блядь? Там пиздец. Блядь, я ни до чего не дотронулся на берегу. То есть вот так чуть-чуть палец засовывает, если никто не кусает, не начинает... Суй! И не начинает сосать, значит, это не собака и не цыган. И не крит. Ага. Блять, ага. Что это? Это что-то, в чем может быть что-то, вот что меня смущает. Слушай, что-то мне это напоминает. Ой, это твоя рука, привет. У тебя ладошки потные такие. Это не потные ладошки, это я уже потрогал. Это тарелка. Да, тарелка, я тоже догадался. Это был ты? В смысле, это что, бегать? Что? Нет, оно очень мерзкое. Это мне нравится очень. Это твоя рука? Какая? Вот сейчас вот я тебе дотронулся. Сейчас мне не... Вот сейчас. Вот это моя, да? Твоя рука, да? Моя, да. А, все, окей. Хорошо, а где эта хуйня? Скажи, пожалуйста. На самом деле вы почти угадали. Блядь, что это было за хуйня? Это банка с говном. Это не банка, это тарелочка. Это тарелка с говном. Блядь, там что-то скользкое сегодня, походу. Желе? Желе, это желе. Мимо. Это типа легкие или печень. Это требуха. Это требуха, печень, мозги, это мозги. Подожди, очень знакомый запах. Мозги? Я сейчас блевану. Это сиськи! Выше! Сиськи! Выше! С подсказки начни! Щеки это ебут! Это арбуз! Это мозг? Блять! Глаза! Мозги! Это мозги, блять! Fuck you! То есть я это все трогал! Ты это до сих пор задержишь! А он просто это... Че, серьезно? Ух ты! Андрей, смотри, прям твой. Я не знаю, что там сама. Конечно. А! Давай ты первый, я в прошлый раз первая была. Ну там точно живой чувак. 100% я знаю просто, что там живое. Да нет, там что-то... Что? Что там такое, господи? Подожди! А! Говно, блядь! Ну я прям, ну это пиздец, это ебаное сыковство. Все будут писать сыкун, Гурам и Коля. Гурам, а тут ничего нету. Вот она здесь, в углу, у меня слева. А, ну тогда угадывай. Ты что, охуел? Андрей! Что? Че ты орешь? Гурам, если вот сейчас ты все сделаешь, мы дадим тебе выебать арбуз. Чувак, делай быстрее. Там волосатая, да? Волосатая, то есть это не летучая мышь, не курица. А, блядь! Сука! Че ты орешь, дура? А! Дышишь, сука! Вот она здесь, мадла! Она в моем углу, Дэн! Засунь руку! Отвлеки ее! Вот, смотри, вот я держу руку, и если оно подойдет, через 10 минут. То оно живое. Реально, волосатая, большая, она растет, походу. Я не трогал маленькую, она от нашего страха питается. Блять! Почему она пытается вылезти? Успокойся, мы смешли с миром, мы играем в игру, на клик-клаки. Короче, если ты сейчас победишь, все, ура. Это ты бегаешь там? Бегает! Ее много, и она дышит. Надо найти пост. Ебать, надо найти пост. С мокрым ебаным носом. Блять, что это? Мразь! Просто найти хвост!
Зачем ты родилась? Если это бобёнок. Она лижет меня. Это бобёнок. Она лижет мне руку, блядь. Нажади хвост. Сейчас, подожди. Ты так рукой-то не шуруй. Оно нюхает меня, да? Блять, оно здесь. Оно пришло ко мне. Оно пришло ко мне. Стопудово это с таким милым лицом, тварь. Это что, сука, ты заняк ёбаный? Нет. Опоссум. Ну вот я его глажу, он такой крутой, но что это? Малышка. Ты как будто свой член трогаешь сейчас. Ну давай, давай. Я его и трогаю. Шиншилла? Я не понимаю, оно слишком большое какое-то. Глаза не нравятся, когда глаз давит. Это кот? Не-не-не, это морская свинка. Это крыса? Это капибара маленькая. Это яйца! Я трогаю яйца! Хотя бы размер для того... Морская свинка! Капибару раскрути, обратно только. Свинка, морская свинка. Свинка! Морская свинка! Да! Ты такой хороший! Пиздюк ты зубастый! Если бы я эту хуйню потрогал, потому что это собака, блядь, доскормили, блядь! Чё за размер морских свиней, блядь? Не, чувак. Ну давай, ладно, мы посмелее стали уже. Да? Какой момент? Блять! Что-то живое, да? Мудаки. Блять, вот это здесь, на моей руке сейчас? Да! Блять! Тотуга, попасть. Это липучка для мух. Да? Блять, что нахуй за блять? Нет, нет, это липкая лента, это липкая лента. Просто она пошевелилась, я думал, что это змея. Блять! А это твоя рука. Нет, это не моя рука. Это чья-то еще рука. Лицо Гурама выражает оргазм. Давно он это пел. Да как, не надо. Все прилипло к рукам, отвратительно. Ай, блять! Блять, я не хочу... Блять, как это мерзко выглядит. Что? Блять! Что это за ебалатина? Бо, оно холодное, блять! Оно холодное! Хрен с ним шевелится или нет? Я не могу по... Да! Оно дышит, сука! Хоффман, лови. Это что-то с розовым оттенком под тон. Это федук! Я ее не ржу! Я ее обезвредил! Ткни ей в рыло! Это сосиска? Это опять эта хуйня! Сколько их тут, блядь, ебаный рот? Пиздец! Сосиска! Что значит не укусит? Последнее действие! Мне надо ее съесть, что? Донатс! Это пончик, нахуй! А с чем? Сосиска! Да! Зато я эту хуйню не трогал! Бирожи... пончик. Это пончик. Да копченый. А, это, господи, пончик. Серьезно? Что? Да. Что это за дерьмо? Клевер, что это клевер? Это сосиска. Да! Что это? Пончик сосиски. Ты хуел меня пугать? Повезло, что не было. Юу! Не дай бог ты рукой идет. Ах ты, пидрила ебаная. Мы... Сколько мы пробили? Час, блядь! Продлеваем, блядь! Ладно, все, я женщина, да? Скажи, что я молодец. Ну, подержи меня, блядь. Ты просто женщина. Фак! Давай, Дэныч. Блядь, там много кого-то, да? Это тараканы ебучие. Они до сюда доползли, что ли, или я так высыпал? Блять! Сука, какая она неприятная, да что это? Ёбаный рот, что это такое? Это навоз? Что в нем? Что в навозе? Навоза недостаточно для унижения? Блять! Блять, это какие-то личинки или что-то такое, какая-то живность, вот эта ебучая, которая в земле живет, да?
Черви. Сразу? Чуваки, ну я на рыбалку хожу, ну в самом деле. Это шевелилось. Это черви? Черви в земле. Черви какие-то. Да опусти ты руку глубже. Все, пошел нахер. Это червь! Да! Блять! Браво! Ну, я тебя выебал, это одно радует. Главное, мы выебали свои страхи. Ну, я бы за тебя, конечно, не сказал. Мы надеемся, что вам понравился этот ролик, поэтому обязательно поставьте ему лайк, подписывайтесь на канал Кликалака и, конечно же, на наши каналы. Но на него можно не подписываться, пошел, а меня можно подсунуть. Тупая. Он бьет женщин, подписывайтесь. Да! Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на канал Клик Клак. У них всегда выходят очень клевые, смешные и веселые шоу. Мы вас любим. Хочешь, я его поцелую? А вы перестанете считать меня циклом ебаным, если я его поцелую? Конечно! Теперь мы тебя считаем Зофью. Подписывайтесь на Клик Клак, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь. Косяков Денис тоже есть такой канал, тоже подписывайтесь. У него тоже много подписчиков, а я попрошайка. Короче, блядь, Заебали. Подпишитесь уже наконец-то и все. Надоело вас призывать, можете это сами делать, чтобы блогерам не пришлось это говорить. Пишите больше комментариев, ставьте больше лайков и... Да, и... Целуйте крокодилов. Да? А поцелуй ты теперь, давай. Ну что, ну ты же не сокло, ты же меня выиграл. После, ну давай. После тебя я не буду целовать, извини. Все, всем спасибо, пока.